Идем в Дубровник, старую крепость, полезем на крепостную стену. Цена входного билета 120 куна. И это фитнес вокруг города старый. Да. Билеты. И идем теперь на стену. Поднялись по этой лестнице и чешем дальше. Фонтан их не знаменитый. Пошли уже дальше по стене китайской в Хорватии. Это как? Вот Speed Jumbo Glassboat. Ох ты! Вот на ней мы и катались. Yes, yes, be chill! Суета на пристани. Второй час идет прогулки по крепостной стене. Шел третий час брожения. Спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Юнеч на YouTube и смотрите другие наши видео. Ждем вас!